Сотрудники Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по Приморскому краю во взаимодействии с коллегами из отдела МВД России по городу Артему и Росгвардии провели межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие. Основная цель, которую преследовали участники рейда, это предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции. Двое граждан привлечены к ответственности, предусмотренной статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. В отношении нарушителей миграционного законодательства вынесены постановления о выдворении за пределы страны.